Океанский проспект. Управлять грузовиком во Владивостоке достаточно сложно и ответственно. Чуть зазевался и стал виновником чего-то испорченного дня, быть может, и здоровья. Океанский проспект. Рулевая на Камри двигалась с Некрасовской в сторону Первой речки. В автомобиле 3-летний ребенок. За рулем девушка, она везет свою маленькую дочь в игровую комнату. Остановилась, чтобы пропустить автомобиль скорой помощи, который выезжал с подстанции со звуковой сиреной. Позади Камри двигался большой груз «Вольво», водитель которого не успел ударить по тормозам и влетел на полном ходу в заднюю часть «Тойоты». От комментариев шокированная девушка отказывается по понятным причинам. Она переживает за ребенка. Как обычно, дорожная ситуация. Выходила скорая помощь без маячков. Девушка резко затормозила, ее догнал. Все. Как вы думаете, кто прав, кто виноват? Блин, я думаю, что виноват, конечно, я, потому что как бы прозевал. Ну, девушка тоже какую-то вину имеет, потому что резко тормозить на перекрестке как бы. Вызвали сотрудников ДПС, ребенок вместо игровой комнаты поехал в тысячекоечную больницу, где девочки окажут необходимую медпомощь.